после этой технической ликвидации. Весело. Надеюсь, что я сожалею, что зрители вызывают переговоры. Наш спутник перехватил сигнал СОС с другой планеты. Они сообщают нам о агрессивном намерении комиссии, которая требует показать все наши таланты. Если они нас оценят ниже, чем 9.0, то наш мир на Земле ПГУ будет под угрозой. Кто возьмет на себя эту ответственность? Это будешь ты, Радиотехническая Федерация. Присаживайтесь, господа. Это не учебная тревога. У нас экстренное собрание. Каждый из вас должен проявить свои скрытые навыки и таланты. Каждая секунда на вес золота, понимаете? Каждая. У нас нет права на ошибку. Ведь жизнь людей в наших руках. Сейчас игра идет по-крупному. Ставки слишком высоки, чтобы соскочить прямо сейчас. Честь, доблесть, отвага – это не просто слова. Вы должны стать воплощением этих качеств. Я не справлюсь без вас. Не нужна ваша помощь. Помогите мне спасти Землю. Нашу Землю. Землю ПГУ. Мы все умрем! Не сегодня. Мне нужны оригинальные идеи. Начнем с вас, генерал. Какие идеи? Я выпускаю свое лучшее подразделение. Секретным оружием. Аджика. Аджика. She opened her money, I'm opening them shades, I'm getting the body, she was all in the blue. Hundreds of them and I'm busting, she's a kid.
that somebody get me a water or something. Homie, I'm sipping, I'm pimping, I'm pimping, I'm fucking these bitches, I'm sipping, I'm mixing. Воспитать в своих бойцах таких танцоров. Спасибо за их носочки, которые всегда были натянуты. Они танцевали словно в последний раз. Спасибо. Еще раз. Мы все умрем! У вас есть предложение, министр? Да, верно. У нас есть новая разработка высокочастотных выбросов грусти и печали, но это новая технология, поэтому результат мы увидим только в действии. Я не хотела этого делать. Впереди. Пока, пожалуй, я не знаю. Я начал строить новые мосты, я заложил фундамент будущего счастья. К чему же в жизни я тогда стремлюсь? Пока мне не совсем понятно, но знаю точно, я хочу, чтобы душе моей спокойно стало и приятно. О чем я думаю сейчас? О жизни, о студенческой, о новой. Когда не знаешь, что случится через час, что делает твой день таким особым. И в сердце моем поселился страх. Ведь каждый, когда с домом расстается, в смятении приходит на вокзал. С тоской души ему приходится бороться. А почему так далеко от дома, когда его так не хотелось покидать? Ответ, возможно, кажется знакомым. Но ПГУ стал слишком сильно меня звать. Мне стоило переступить порог родного факультета, как сердце камнем замерло в груди. Я понял, что радиотеха лучше нету, и не смогу отсюда больше я уйти. Что ждет меня в далеком впереди? Пока ответа дать я не могу. С чего начать строительство пути? С родного РТФа, ПГУ. Есть предложение, главное идти нашей страны. Ну и есть у меня одна идея. Но это высокое искусство. Навряд ли. Ну что, птич, улетай. Бесконечен, вот это с тобой. Мы те, кто помнит
Спасибо!